Игрушек много не бывает. В областном доме народного творчества начала работу выставка, экспонаты которой выполнены из самых различных материалов мастерами со всего региона. Глядя на некоторые экспонаты, становится очевидным, что понятие «игрушка» со временем меняется. Для некоторых современных авторов это скорее арт-объект, нежели предмет для забавы детей. Хотя на выставке представлены и такие традиционные народные игрушки, как обрядовые куклы, глиняные фигурки птиц и зверей. У образцов народного промысла уже другая функция. Они, как правило, несут на себе отпечаток того края, где их сотворили. А мастера нашего времени создают непривычные формы, вырабатывают оригинальный стиль и находят новые материалы. Тот же пластик у нас появился, он совсем недавно. Потом существует много еще разных там, например, материал появился такой, как фоамиран. Тоже раньше его, по-моему, не было. Вот. И из этих вот материалов, вот из фоамирана у нас есть игрушки. Из пластика тоже делают мастера. Очень интересно, и появляются такие вот вещи. Авторы игрушек – около 100 мастеров со всей области. Выставка будет работать до конца июля. А каждую субботу все желающие могут принять участие в мастер-классах.